Доклад можно было бы и переименовать. «Портрет в авангарде и поствангарде от имени лица к лику мифу». Речь идет вот о чем. О проблеме имени и мифа применительно к изобразительному искусству можно говорить в двух смыслах. Во-первых, надо иметь в виду номинативную природу изображения. То есть изображение отвечает на вопрос «что это?». И оно, так сказать, визуально называет этот предмет. Во-вторых, в новое время, когда возникает уже станковая живопись, возникает параллельный код. Собственно говоря, он возникает и раньше в виде паротекста названия картины. Значит, тем самым вот эта номинативная природа, она как бы удваивается. Вообще удвоений очень много, и на этом основана семиотичность, высокая семиотичность жанра портрета, изобразительного искусства и портрета в частности. Вячеслав Силович Иванов занимался много предпортретом, занимался генезисом портрета в изобразительном искусстве, возводя его к маске и ритуальной инсталляции. А Владимир Николаевич занимался очень много, как известно, мифологией изобразительного искусства и писал о портрете, в частности, о литературном портрете, но это можно рассмотреть и более в широком контексте, о ритуальных и мифологических корнях портрета. Поэтому я в основном буду опираться вот на Вячеслава Силовича и Владимира Николаевича. Но задача моя состоит в том, чтобы показать динамику от авангарда к поставангарду в вот этом напряжении, стяжении имени и мифа, как я их понимаю. Под именем я буду в основном разуметь проблему лица, изображение лица, а под мифом — лика. Как сейчас я просто покажу, так сказать, основные постулаты вот этой темы. Искусство начинается с мифологии, живет и творит, в отличие от других масок, погребальный существенно для генеалогии портрета. И высказывание Юрия Михайловича Лотмана, что портрет — это предмет мифогенный по своей природе. Двойственность портрета и автопортрета состоит в том, что он основан на постоянном замещении, значит, на постоянной проблематизации активной, означаемого и означающего. Но я не буду останавливаться на этом, потому что об этом много написано, и это не является предметом непосредственного моего разговора. Скажу только несколько слов по поводу, предваряя большое количество картин, которые намерен показать, по поводу развлечения личины, лица и лика, как мне удобно их различать, применительно вот к эволюции портрета и автопортрета в его движении от исторического авангарда 10-х годов к поствангарду конца 20-30-х годов. Мифогенность портрета лежит в области проблемы имени и мифа, как лица и лика. Изображение, как вопрос, что это такое, как я уже сказала, относится именно к вещи. Это визуальный аналог имени вещи. Имя изображения в портрете удваивается. Имя картины и имя портретируемого образуют особое значение в авангарду, потому что название произведения в авангарде включено в художественную программу. То есть изображение и слово вступают в особенно острую взаимосвязь. Значит, здесь мы имеем дело не только с номинативной природой изображения, но еще и с удвоением вербального визуального кода. Фугированная идентификация отсылает к ритуалу, к названию и именованию как ритуальному акту, как к делу. При этом реальное сходство с натурой в случае портрета несущественно, оно неверифицируемо, если мы имеем дело особенно со старыми портретами. Важнее факт овеществления личностного с целью преодоления времени. В портрете заложена эта идея противостояния смерти и энтропии, о которой писал Владимир Николаевич, и в этом начало мифопоэтического, обращенного к восстановлению изначальной полноты. Теперь о лице и лике. Если лицо является объектом, лик активен, несет признаки субъекта.
Три понятия следует иметь в виду в связи с портретом: личина, лицо и лик. Если личина относится к маске, к предпортрету, то лицо к имени, то лик к мифу. Лик в данном случае не обязательно связан со сферой институциализированной сакральности, то есть с иконным образом в рамках византийской или древнерусской традиции. Под ликом я имею в виду уровень портретного изображения, который обнаруживает бесконечное приближение к отождествлению вещи лица, лица как вещи и его внутренней формы. Лицо профанично и провокативно, это удвоение имени вещи, а лик сакрален и мифологенен, он тождественен, онтологичен. Лицо ограничено в своих жанровых рамках, зависит от слова, лик мифостроителен, он может выплескиваться за пределы изобразительного поля в другие жанры и обнаруживает себя, в частности, в натюрморте и пейзаже. Он равнозначен слову. Жинкин, один из сотрудников Гахна в свое время в знаменитом сборнике «Искусство портрета» 26 года, вводит в связи с портретом понятие олицетворения, под которым понимается внутренняя форма портрета, изображение не столько лица, сколько лика. Собственно говоря, вот эту линию я и собираюсь проследить. Ну, посмотрим коротко вот на основные типы сложения и бытования портрета в традиционном искусстве. Ну, как известно, портрет возник от погребального портрета, от изображения маски. Маска лежит в основе генезиса портрета. Дальше следует изображение этой маски, и дальше следует, собственно, возникновение самого портрета. Эти надгробные портреты сохранились и в более позднее время. Слева сарматский портрет, справа уже в русской традиции портрет Скопина-Шуйского. Портрет проблематизирует идею имени. И в традиционном искусстве он часто выступает в параллельном зооморфном коде. Леонардо да Винчи — это пожилой человек и глава льва. Параллельные коды возникают в Возрождении, в позднем Возрождении. Кажется, в этой аудитории я все эти картинки уже в свое время показывала. Вот знаменитая Тициановская аллегория благоразумия, где параллельный код в явном виде выставлен. А вот это растительный код Арчимбальда, портрет императора Рудольфа II, в котором уже начинает проблематизироваться, вот это, собственно говоря, имя изображенного. Кроме того, в позднем манеризме, это нам будет важно для авангарда, возникают аноморфические формы, такие как автопортретное изображение Микеланджело в сцене страшного суда, где он со снятой кожей изображен, человека со снятой кожей. Это начало аноморфов манеризма, и оно перешло вот уже в раннее барокко. В данном случае изображение скрыто от глаза, и проблемой является не столько распознание этого изображения, изучается природа зрения скрытого зрения, невидимого глазу, соответствующего поэтике барокко, сколько вот проблематизация вот это развернутое изображение имени и изображения. Примерно те же самые вещи, все те же самые проблемы мы находим и в 20 веке, в авангардном портрете. Ну, это немножко более поздняя версия авангарда. Это Фрида Кало, художница и супруга Диего Риверы. Но это уже сюрреализм, растительный код. В историческом авангарде растительного кода, как правило, нет. Но там есть очень много от классического портрета в том смысле, что комментарии, которые, предметные комментарии, которые идет параллельно изображение лица в классическом историческом портрете, здесь перемещается в основное поле действия. То есть он, этот комментарий замещает собой изображение лица практически. Вот ранние
картина Шагала «Ходики» витебского периода 14 года. Здесь ее нет, может быть, она дальше появится. Дальше составляет мотив всего его творчества, становясь своеобразным таким портретом, автопортретом, знаком личного пространства, отсылающего его к витебскому периоду творчества и к наиболее, так сказать, его плодотворному периоду. Это портрет Серебряковой 9-го года, который еще решен в рамках традиционного миметической поэтики, где портрету параллелен предметный нарративный фон, как бы комментирующий изображение. Но в «Авангарде», как я уже сказала, этот комментирующий фон, вещь, перемещается в центр из периферии и составляет, собственно говоря, замещает собой изображение лица. Это знаменитые башмаки Ван Гога. Ну, в русском «Авангарде» таким замещением является представление вещи в качестве автопортрета. Ну, неодушевленные вещи, всякие вещи, в частности, и сараи тоже. Все это авторские названия, это не моя идея. Значит, сарайчик. Вот видите, даже есть некоторые сходства между Ларионовым и сарайчиком. Вот это Маяковского автопортрет «Желтая кофта», «Улица», которая предшествует его стихотворению «Улица лица». Это у Матюшина как образуется его вещь, он практически упрощает изображение лица до предела, редуцируя черты лица, превращая его в портрет. Вот классический его автопортрет, который называется «Кристалл». Знаменитый скандальный портрет принцессы X, которая на самом деле является изображением принцессы Мари Бонапарт в Бранкузи, который выполнен в такой архаической традиции изображения мужского полового члена вместо, ну, собственно говоря, несущего основную семантику этого портрета. Есть примеры и вчитывания в изображение, проблематизация асимметрии, так сказать, знака, означающего и означающего, где означаемых много, означающих много, а означаемое одно. Вот это продолжение традиции Волошина. Наконец, помимо изображения вещи в качестве портрета в «Авангарде» появляется и другая особенность портретирования, а именно это деформация с точки зрения миметической традиции предметного объекта, ну, в данном случае лица человека, ну, в соответствии с кубофутуристической эстетикой. Здесь мы ничего нового не найдем. Но здесь важно то, что в «Авангарде» во главу угла ставится вот эта проблема сшибки имени портретируемого, которое занимает поле паратекста названия «Портрет философа», и самого изображения. Без вот этого названия «Портрет философа», портрета, или, скажем, «Бурлюка», автопортрета, то есть, ну, тут есть некоторые комментирующие, автореферентные, так сказать, детали в этом портрете, потому что Бурлюк воспроизводит некоторые свои гравюры, иллюстрации. Но без этой сшибки мы, так сказать, не поймем художественную программу. В данном случае усовершенствованный портрет строителя Клюна Малевича и повторяющий его портрет, автопортрет Малевича. Это Малевича портрет Матюшина вовсе беспредметный. Если бы не было названия «Портрет Матюшина», то смысла портретного как бы не было. Или это портрет Матюшина. Чем интересны беспредметные портреты и автопортреты в «Авангарде»? Тем, что они открывают природу, абстрактную природу лица. Лицо, в отличие от тела, абстрактно. Именно на этом основании лицо выступает таким полем нанесения социальных знаков при социализации в архаических культурах.
Вот вы видите слева Петрова, Михаила Петрова, 21-го года портрет, справа Эйзенштейна. И лицо как поле в архаической культуре, лицо человека, на которого не нанесены никакие символические знаки, вообще практически не существовало. По существу эту традицию воспроизводит авангард, разумеется, совершенно в другом смысле, в рамках другой поэтики. Но вот что интересно, что происходит дальше, когда авангард отказывается от своих радикальных жестов, когда он уходит от беспредметности, выходит в поле фигуративности. Портрет меняет, так сказать, центры, все свои поэтические акценты. Прежде всего возникает феномен инверсии, возвращения к прежнему. Вот в данном случае «Бегущий человек» 1933 года, Малевича, который хранится в Париже в центре Бугур, обозначивает личное пространство творчества художника вот этими супрематическими линиями и реверсивным движением бегущего человека. Это некая инверсия, это некое возвращение к истокам. Но об этом картине можно много говорить, я об этом писала, не буду на этом останавливаться. Хочу только сказать, что почти все портреты отмечены этим возвращением к началу, к мифологическому истоку. Вот это портрет Воткина с головой ребенка. Вот это Петров Воткин в окружении людей, которых уже не было живых к тому времени. Андрей Белый уже скончался, Пушкин и Андрей Белый. Помещение себя в некое ретро-время, прошлое. Вот это сознательное, так сказать, архаизация своего облика в духе Петрова-Воткина справа, в духе позднего Рембрандта. Наконец, это движение от сложного к простому Серебрякова 9-е и 30-е годы, от ясного к неясному, от нарратива к редукции нарратива. Вот в этих портретах, автопортретах Коровина, ранним и поздним, видно это движение от нарации к редукции нарации, от своего рода к немоте, такой значимой немоте, апофатической, конечно, апофатического природы немоты, к упразднению всяких деталей, к движению, по сути дела, от лица к лику. И вот здесь мы видим вот этот вот лик. Вот это Лабаз 1936-1937 года, от ясного к неясному, от простого, от сложного к простому, от нарратива к, так сказать, отождествлению человека, лица и вещи в данном случае. Ну вот это Зверев более позднее, но Зверев писал в основном автопортреты, вы видите, как это действует. Интересно, что это движение от простого, от сложного к простому, от нарратива к и так далее, от дальнего и близкого в плана, идет вразрез с эволюцией изобразительного искусства в целом, которое по Алоизу Риглю, знаменитому венскому искусствоведу, заложившему основу имманентного искусствоведения, как раз-таки развивается от простого к сложному, от ближнего к дальнему. Это тоже своего рода инверсия, как проникнуты ей все. Вот это Врубель. И даже Репин, был подвержен вот этому движению. То есть это движение к простоте и немоте, как у Пастернака. Интересно, что в это же время возникает еще одно, один феномен. Прежние лидеры авангарда обращаются к, ну, те, которые дожили до каких-то более-менее, так сказать, давних времен, зрелого возраста, обращаются целиком практически к натюрморту. Причем натюрморт имеет вид такого вот ветхого, обветшалого какого-то мира. И даже старик такой изображен у Татлина. Обращаются они и к аллегориям, знаменитому, так сказать, классическому, классической формуле «Ванитас», «Череп на книге».
Но даже не это можно было бы объяснить какими-то социально-политическими причинами в Советском Союзе, но даже Ларионов, который в это время жил в Париже, обращается тоже к натюрморту и тоже к такому ветхому, обветшалому миру, предельно упрощенному и сокращенной редукции. И вот и Кончаловский тоже, розочки и спаржа. Можно сказать, что в позднем творчестве бывших авангардистов возникает движение к внутренней форме, к форме от лица к лику, то есть к олицетворению. Эта инверсия одновременно и выявляет какие-то основные типологические свойства изобразительного искусства как мифа и одновременно свидетельствует об очень существенных сдвигах в культуре, когда вечное в портрете принимает на себя натюрморт. Ну вот на этом можно было бы и кончить, если бы не одна параллель, которая напрашивается в связи с рассуждениями Владимира Николаевича в его знаменитой статье «Апология Плюшкина» о портрете у Гоголя. И в связи вообще с этим текстом Гоголя. Интересно, что, как известно, весь текст построен на различных противопоставлениях и инверсиях. И сама композиция зеркального рода, и сама проблема изображения и предметы изображения, и много разных других позиций. Ну, жизнь, смерть — самая основная. Изображенный у Гоголя старик не имеет имени. Он лишен имени. Это маркированное отсутствие имени проблематизирует отношение лицо и лик в портрете и субъект. Можно сказать, что применительно к портрету старика, ростовщика, мы имеем дело с ликом, потому что он активен, он мифогенен, эти живые глаза, смотрящие на нас, они выводят портрет из поля объектности, превращают его практически в субъект. Среди всяких пограничий интересно пограничие текст-не текст в этой повести, который выступает в разных формах, но в частности проживается такая фраза, что во фрагменте, в котором сейчас, простите, у меня нет этого текста, но в одном из фрагментов появляется вдруг Пушкин. Это сразу же выводит повествование за пределы, собственно, повествовательности. И в связи с Пушкиным возникает понятие у Гоголя, понятие олицетворения. Вот не то же ли самое олицетворение, а именно превращение лица в лик, превращение из внешней формы, из лица как абстрактной единицы в форму, лежащую за пределами изображения, во внутреннюю форму, и имел в виду Жинкин в своем возникшем через век исследовании портретной природы, природы портрета в искусстве. Спасибо.